Книга открытым оком. Вопрос 517. Тема богослужения. Почему нельзя танцевать? Сказано ли что-нибудь об этом в Библии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На дне рождения Ирода танцевала его падчерица и угодила тирану. И был обезглавлен величайший пророк. Это событие настолько страшное, что истолковые его святые отцы не допускают и в мыслях разрешать справлять дни рождения, пиры и танцы. Танцы – это утонченный разврат. На танцплощадках и дискотеках бал правит дух блуда, раздора и убийства. И он был не однажды в явь показан тем, кого Бог хотел отвратить от этого случного пункта.